Смотри, что я тебе хотел показать. Чтобы не делать бетонные изделия целиком и полностью, да, они верх и низ делали бетонный, а внутрь накидывали, видишь, щепа вот, древесная, чтобы облегчить плиту, чтобы она была теплая. Прикинь, и вон тоже. Раньше вот такие постройки были. Видишь, да? Снаружи она как бетон, а внутри она и щепочек. Вот. Короче, мы находимся на каком-то предприятии. Что-то здесь сделали. Сейчас пытаемся, короче, разобраться. Вот. Как всегда, со мной Гарик. Всем привет. И Дюша Метелкин. Нет, Дюша мы сегодня не взяли. Дюша Метелкин нет? Вот. Ну смотри, суть по всему, вот это гараж, суть по воротам. Это гараж 54? А? Гараж 54? Гараж 54. Похоже, похоже, да. Вон, видишь, яма даже есть. О, Калинов мост. О, знаю, где будем машину ремонтировать. Калинов мост. Заехали, отремонтировались и уехали. Ну да, так повыворачивали, смотри, тут так неплохо. Так, ну что мы здесь видим? Электрощитовая маленькая висит. Ну и понеслось. Яма небольшая. Яма. Из ямы уже трубы вырвали. Отбортовка, которая была. Сиденье. Скорее всего, от какого-нибудь москвича. Ну, это видно сразу, что это гараж был. О, вообще какое-то древнее сиденье, смотри, оно даже с железной спинкой. Может, даже от какого-то трактора. Или от комбайна. Или от комбайна. Прокладочки на стене висят. Бутылок, соответственно, от водки. Черт знает сколько. Так, ну все, в принципе, тут на самом деле-то больше смотреть и не на что. А, вот женская туфелька модная. Еще бы, блин, ходить можно. Ой. Это шланг от чего-то. Че там? Шланг от чего-то. Ага. Пылесос или что-то еще. Кто-то тут развлекался, короче. Колеса. Это у тебя, да? Да, скорее всего, стекловато. От которой потом чешешься. Здесь чего? Ну здесь походу просто техника стояла, скорее всего. Вот. Тоже на стене висят прокладки. Камера, скорее всего, взяла рваная, видно вон дырочка. Эти высокого давления шланги. Ревун от какой-то машины валяется разбитый. Черепичку кто-то сложил для кого-то. Холодильник битый. Телевизор стали. Телевизор ушатали. Но это уже малолетки били. Потому что это в ихнем стиле. Вот. Тут верстачок такой, смотри, деревянный был. Вот. На котором видно, лежит вот крышка трамблера. От какой-то машины. Причем это 6 этих проводов. Соответственно, ну, 6-цилиндровая машина была. Вот еще один. Даже не могу сказать, от чего это. Это вот фильтр. Это кольца, да, совершенно верно. Кольца. О, это от зила или от газона. Бабушка, переключить передачи. Хотя, в принципе, и в тракторах такие стояли. Да, что у нас на полу-то? На полу куча всякого крепежа непонятного. О, еще одно сиденье от какого-то грузовичка. О, это вот щетка железная, которая обдирает что-то. И я смотрю, ее здесь много, целый рулон этой щетки. Представляешь?
Так, что мы тут дальше видим? О, вообще протат. Это же на двигатель. Да. Шестицилиндр. Рядная причем. Шестерка была. Рядная. Что у нас? Рядная шестерка была. Сейчас даже не вспомню. А стена сыпется. Осыпается. Так, покрышка от какого-то мотоцикла. Советского. Скорее всего, от Минска. От маленького. Сразу что-то маленькое. Но она старая очень вообще. О, кто-то дыры проделал. А что у нас с той стороны забора? Что у нас там с той стороны забора? А еще одно какое-то здание. Тоже разрушенное. О, еще одно старое сиденье. Смотри, причем старые сиденья, они все были сделаны. Обрати внимание, сетка рабица такая, ну, маленькая. Угу. Вот. И это был перед, а это был зад. Это же перед шире. Ну, чтобы это, под коленками. Так, что мы еще тут видим? Вот еще одно старое сиденье. Зонтик. Зонтик. Кстати, старый. О, о, лепсердачок чей-то. Хоп. Ну, не очень крупный мужчина носил. Задохлик, как я. Возможно, возможно. А, то есть я все-таки задохлик, да? Я говорю, возможно. Тут что мы видим? О, от мотоцикла эти, как их, боковины. Сиденье. От него уже походу. Это не разрезанный бак-то часом. Дай-ка я залез, или достанешь, что ли. Подожди-ка. Подожди-ка. Это бак. Слышь? Бак разрезанный. Ну, он из двух половинок состоял, смотри. А, это вот первая часть, да? Не, а вторая должна с горловиной быть. Вторая должна быть с горловиной. Вот горловина. Пипец на ржавый. Вот так он соединялся. И стоял на каком-то мотоцикле. Сколько сидит? Где? Да они какие-то мертвые уже. От жары спрятались. Сидушка. А, ну и что-то, слушай, просыпанное что-то такое. Видишь? Может, химикат какой. Или еще что-то. Так, ну, здесь, в принципе, все, да? Это вот старый гараж. На раз, два, три, четыре. На четыре машины. Вот. Ну, я думаю, что машин 8 сюда могло въезжать. Там, легко, да. И непринужденно, да. Вот. Так, понятно. О, еще и следы остались, прикинь. А, ну да. Грузовая машина? Нет. Очень маленькая. Я вообще подумал, что это погрузчик какой-то сюда заезжал маленький. А может, тракторочек какой-нибудь. Ну, такой, знаешь, это... Ой.